Любые вершины покоряются сильным, выносливым и трудолюбивым. Так учит своих кадетов Галина Белозерова. Учительница из Вятских Полян стала обладателем нагрудного знака «Педагогическая слава». Песню запевай, мы русские, с нами Бог. Педагогическая слава настигла Галину Белозерову, учителя физкультуры, социального педагога и классного руководителя кадетского взвода на пороге 60-летия. 37 лет назад выпускница Кировского пединститута по комсомольской путевке приехала в незнакомый город Вятские Поляны и всю себя без остатка посвятила школе, сначала спортивной. Мне удалось дать много детям, которые занимались в детской спортивной школе, потому что я раньше работала тренером в детской спортивной школе, а чтобы выполнить в детской спортивной школе результат первого взрослого разряда, это надо очень много работать. Легко бегом, побежали. Бесценный опыт тренера, воспитателя и учителя оказался востребованным в общеобразовательной школе, куда Галину Николаевну пригласили на должность заместителя директора по воспитательной работе, а через несколько лет в средней школе номер 2 зародится кадетское движение. Как показало время, повышенная физическая нагрузка, строевая подготовка необходимы ребятам, будущим защитником Отечества. Но все-таки главная цель учителя – воспитать в каждом курсанте настоящего человека, для которого честь, знание и долг будут превыше всего. Стараясь как можно больше сделать для своего класса, воспитать коллектив дружный, смелый, выносливый, выдержанный. И во всех мероприятиях ребята принимают участие. И походы, и экскурсии, и сборы, и возложение цветов, и парады, и помощь ветеранам. Вот так через общие добрые дела устанавливаются уважительные и доверительные отношения классного руководителя и ее воспитанников. В первую очередь классный руководитель – наш друг. Мы все его очень любим. Друг к другу очень хорошо относимся. Для меня классный руководитель, можно сказать, как вторая мама. Галина Николаевна нас учит всегда быть честными, справедливыми, хорошими, хорошо учиться, чтобы мы не баловались. Она очень важна для нашего класса, потому что если бы не она, то из нас бы не получились такие кадеты. А впереди новые походы, интересные экскурсии, классные часы. Такая уж она неугомонная, Галина Белозерова. Я считаю, что я достигла какого-то результата в своих классах, но надо еще больше работать, больше уделять воспитание, именно патриотизм. Людмила Галакова, Андрей Третьяк, Вести, Кировская область.